Всем осенний привет! С вами Елена, и я вас приглашаю на свой канал. Друзья, сегодня мы закупили продукты, и опять я хочу, конечно же, вам показать. Не обходится ни одна покупка без молока, без кефира, потому что это пьет и я пью кефир Биобаланс, и сын пьет молоко. Это обязательно должно быть. Ну вот любит любитель, мы не можем отказать. Зачем мы тогда его родили, да, на этот белый свет, чтобы то не могу, это не могу. В общем, не отказываем. Молоко отборное 930 мл, 4 бутылки с жирностью. По-моему, она идет вся по 3,5. Уже 100 лет как-то вот было 4,2, 3,7, 4, но сейчас в основном 3,5. Следующее простоквашино – это кефир 2,5% жирности и Биобаланс. Мягкий вкус последнюю урвала, прямо жалко, очень-очень жалко, друзья мои, что последнее 1% жира. Все 930 миллилитров. И вот такая появилась новиночка. Я очень рада, что FixPrice, извините, хороший, радует нас новинками, прямо такими новинками. Кстати, поедем. На этой неделе поедем в FixPrice. Опять FixPrice, опять, но уже в Красноярск. И опять будет закупочка. В общем, молоко 3,2% жирности по объему здесь 1,400. В общем, вот такой большой, большой объем. Чудо молочный вкус. Клубника также берем постоянно. Здесь 914 миллилитров. Обложилась вся покупок. Покупок много, вся обложилась. И вот такой вот напиток сывороточно-молочный. Здесь по объему 205 миллилитров. Тоже любим сок, сыворотка и молоко мультифруктовый. Так, ну вот. Уже вот так. И если из напитков также покупаем постоянно сливки, здесь у нас 471 миллилитр. В общем, две упаковочки сливок вот таких. И мне очень нравится вот такое концентрированное молоко для кофе. Именно, ну, кофе я особо не люблю и не пью. Ну, нет-нет, бывает. Вкус карамель насыщенный. В общем, беру. Нет-нет, беру. Так, ну и если по молочке, давайте также покажу. Взяла вот, в общем, новиночка для нас, я не видела. Вот такой вот Данон до 18 сентября. Здесь у нас клубника и земляника. Вот такой вот творожный. Взяли две штучки. Так, камеру маленько пододвинула. Так, ну, в принципе, из молочных продуктов, да, кисломолочных, это все. Купили вот такой гастроном, это шашлычный кетчуп. Закончился у нас, к сожалению, все кетчупы подзаканчивались. Хотелось бы, ну, все, что было вот представлено в наличии. И вот такой вот Хайнц, томатный кетчуп. Именно томатный, без всякого... Без всяких добавок, 100% натуральные ингредиенты, без добавления крахмала, не содержит искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов. Здесь 570 грамм. Так, также берем постоянно майонез. Это авеню вкуса по объему 800 грамм. Цены буду озвучивать все в конце. И гастроном. Здесь также, по-моему, 800 грамм. Нет, здесь 900 грамм. В принципе, вы знаете, одинаково смотрятся, но объемы почему-то разные. Сахар. Наконец-то появились килограммовые сахары, чему супруг очень и очень даже рад. Сахар, русский сахар и сахар Продимекс белый. Он исключительно рафинат. Он вот такой, да, сахар, который сыпучий песок, он просто это не признает.
Давайте покажу, да, и как бы уберу. Три десятка яиц купили. Вот такой национальный стандарт. Яйца куриные, пищевые. Не содержит ГМО. 10 яиц и птицефабрика Чикская. Это у нас аж с Новосибирской области везут. Представляете, да? Рядышком, видимо, у нас нет. Отборная СО категория. В общем, яиц три десятка взяли. Масло Рогачевское, это действительно масло. Масло мне очень нравится. Я вам как-то говорила, что мы ездили в Абакан, заезжали на рынок. И нас, конечно, обманула женщина, да, и продала вместо масла. Мы купили килограмм, даже чуть-чуть маленько было побольше. Вместо масла она продала нам маргарин. Вот представляете, да? Мы уже возвращались, я не стала уже ничего высказывать. Просто когда уже потеряно доверие, прямо уверяла, что масло, масло. Когда потеряно доверие, я просто, ну, к тем продавцам просто больше не возвращаюсь. Вот это масло хорошее, замечательно, небольшой объем. Здесь у нас 160 грамм Рогачевское масло. По колбасным изделиям 100 лет уже, 100 лет. Вот такой вот колбаски мы не брали, взяли вот такой сервелат кремлевский. Здесь у нас 300 грамм и это колбаса варено-копченая брестская. Уже даже и вкус не помню. Если вот докторскую берем постоянно, вот такая вот колбаса очень действительно вкусная. Это элитная колбаса. 399,90 ее цена на 228,74 почти килограмм. Вот небольшой кусочек, да, и почти что килограмм. Дальше по сырным продуктам. Постоянно беру вот такой сыробогатов. Мне очень даже это нравится. Здесь у нас 10, по-моему, штучек. В общем, 130 грамм. По-моему, 10. Я штучек. Нет, не 10. 8. 8 штучек. Ну, в общем, на хлебушек замечательно. Просто шикардос. Вот такой сыробогатов здесь у нас по... Значит, вот такие вот маленькие, ну вот вы видите, да, вот нарисованы такие вот 8 сырочков, вот таких вот треугольничков. Также на завтрак очень даже замечательно сыну в школу, либо вот, ну он не завтракает, все вот не могу его никак заставить, но вот может быть вот с таким сырком, может быть, и позавтракает. Это туда, считай, после второго урока, да, кормят, ну, тоже не есть хорошо. Вот такой вот сыр российский премиум здесь у нас по 530 грамм, 50%. Очень нравится такой сыр. Сегодня, кстати, буду делать крылышки и думаю, сыра, ну, достаточное количество уйдет. Гауда экстра вот такой тоже мне очень нравится. Берем мы его постоянно 190 грамм. Так, в принципе, из мясного еще покажу и уберу. Взяли вот такие вот тефтели. Здесь у нас 400 грамм. Состав входит, так, ну давайте почитаем состав: говядина, свинина, мясо птицы, рис отварной, лук свежий репчатый, вода, соль поваренная, перец черный. Ну, в принципе, по составу, в принципе, более-менее. И вот такие вот первый раз взяли попробовать. Вот такие вот великосочные пельмени из Сибири. Здесь у нас 900 грамм. Сохраняет бульон внутри. Но посмотрим по составу. Мука пшеничная, хлебопекарная. Так, мясной полуфабрикат в
птицы категории Б. Так, говядина, вода, лук, свинина, шпик, масло сливочное. Ну, в принципе, да, ничего такого вот. Ну, посмотрим, как по вкусу птицы. Птицы самое главное нет, и то хорошо. Не забыли, кстати, у нас забрали кошечку. Вот эту вот серенькая, которая... Вот, и у нас осталась одна наша Василиска, ей набрали вот такую вот лапку, как всегда, она очень и очень даже ее любит. Если к чаю, то взяла вот такой вот пухлый кролик со вкусом Bubble Gum, по объему 200, масса 200 грамм, это также, ну, в кофе, либо так, сынок будет... кушать. Вот такое вот печенье ГОСТовское, топленое молоко. Мужу очень даже понравилось. Кстати, муж у нас завтракает. Это обязательная у него процедура, так как он пьет лекарства, поэтому и завтракает. Вот такое Яшкино и швейцарский бисквитный рулет. Клубника со сливками. Швейцарский бисквитный рулет вот такой черничный. Увидела, кстати, вот тоже не было, увидела, был бы Твикс, взяла бы и Твикс. Вот такие вот Сникерс мини. Вот такие вот мини, я понимаю, конфеточки Сникерса. И моя любимая марсианка. Здесь всякая-всякая марсианка. Это ассорти тирамису, три шоколада и чизкейк. И 300 грамм. Ой, вот же еще. Забыла совсем. Вот такой вот наборчик. Ну, что вот. Ну, якобы к пиву, но вот копчененький здесь. И плечики здесь. И, в общем, копченый набор. Набор куриный. Вот. В общем, вот такой вот. Получается, он вот такой вот свеженький и пахнет, в принципе, и аппетитно тоже пахнет. Из бытовой химии не удержалась, увидела новинки и опять Лену понесло, называется. В общем, увидела вот такой вот фа. Это жидкое мыло у нас, аромат миндаля, мягко ухаживает за руками с протеинами йогурта. И здесь у нас по объему 500 миллилитров. Такой вот большой, довольно-таки объем. И увидела, не могла держаться. Кстати, вот сейчас, да, использую вот гель, именно тоже вот детский. Да, как он мне безумно нравится, друзья. И очищает, не раздражает кожу. Вот и взяла еще попробовать, да, вот такой вот мое солнышко, также детское средство, крем-гель, абрикосовый остров для купания и душа гипоаллергенно. Действительно, все гипоаллергенно. Здесь большой довольно-таки объем, 400 миллилитров. Супер! Просто супер и просто что-то невероятное и шикарное. Плюс перчатки Элька. Ну, перчатки в хозяйстве пригождаются всегда, тем более сейчас огородные работы почти, которые закончились, но и хозяйственные работы никто не отменял. Вот и все, в принципе, покупочки и новиночки. Давайте пробежимся по ценам. Раньше мы набирали это все, если кто смотрит и следит за мной постоянно. Раньше набирали мы где-то, ну, на 2 500. В этот раз мы набрали аж на целых 4 696. Ну, давайте пробежимся. Яйцо куриное 79,90. Крыло цыпленка бройлера охлажденное. Кстати, видимо, куда-то повесила. Кстати, крыло еще не показала. Ну, в общем, за килограмм 198. Кило 604 получилось. Набор
пивной, ну вот куриный, который копченый, да, показывала, 159,90. Майонез «Гастроном Провансаль» 149,90. Сыр плавленый с ветчиной 59,90 ломтики. Так, сахар «Рафинад» 69,90. Сахар «Прометекс» 64,90. Сыр российский 479,90 килограмм. На 254-35-530 грамм. Майонез «Авеню» вкуса 119,90. Сыр «Сыробогатов» плавленый с ветчиной 59,90. Так, лапка получается 9,90 до сих пор. Жидкое мыло «Фа», которое 119,90. Перчатки 33,90. Замечательно. Надо еще перчатки будет взять. Масса традиционная сливочная рогачевская 119,90. Так, колбаса элитная 399,90 на 228,74. Колбаса белорусская традиция. Так, сервелат 159,90. Молоко бариста. Так, это которое концентрированное, со вкусом карамели 74,90, Данон 46,90, крем-гель для купания 169,90, конфеты сладкий орешек марсианка 99,90, сыр плавленый с грибами 64,90, печенье томский кондитер топленое молоко 44,90, сыр гауда 119,90, кетчуп 52,90, «Гастроном» кетчуп «Хайнс» томатный 99,90, «Мажитель» 74,90, молоко «Простоквашино» отборное 69,90, сливки «Домик деревни» 94,90, так, «Биобаланс» 79,90, молочный коктейль 99,90, молоко «Семенишна» 1,4 литра 89,90. Кстати, вот это, наверное, выгоднее, чем вот это брать. Потому что здесь 930, здесь литр 400. Простоквашино 2,5% 62,90. Батончики Сникерс 124,90. Так, конфеты глазированные возьму со вкусом Bubblegum 69,90. Рули 39,90. Черника и 1, и 2, тефтели 54,90 и пельмени 184,90 за 900 грамм. В общем, получается, что сумма без скидки 4,751,48, бонус на карту 49,95. Так, это остаток на карте. И, в общем, вся покупочка у торговой сети «Командор» обошлась за 4 696 рублей 88 копеек. Вот, друзья мои, почти едем почти на 5000. Это все набираем. В общем, друзья мои, а я вам хочу пожелать, конечно, отличнейшего настроения. Сегодня у нас вторник, у меня продолжается моя вторая половина отпуска, чему я рада скоро вот-вот на следующей неделе выходить. Но ничего страшного, я отдыхаю. Кто-то работает, кто-то отдыхает. Жизнь продолжается. Я желаю вам гармонии в семьях. Я желаю вам счастья в ваших семьях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Продолжение следует. Всем до новых скорых встреч!